Всем привет, с вами Пенни Прец, и мы сегодня снова на Изи Дропе. Если вы думаете, что я сегодня буду снова открывать ширпокейсы, как я и говорил вчера в ролике Пенни, то вы очень сильно правы, потому что я сегодня буду снова открывать ширпокейсы. Вот, прежде чем я это начну делать, я хочу сказать, что сейчас на канале у меня проходит очередной воскресный розыгрыш. Все условия розыгрыша читайте в описании под этим видосом. Ну и, конечно же, принимайте участие и выигрывайте. Сегодня я с утречка уже депнул 250 рублей с багованным промокодом на 150. Короче, 400 получилось. 7 осталось с прошлого раза, со вчерашнего дня. Крутанул второй фрикейс, нихера не выпало. А интересно, этот доступен? О, доступен. Давай крутанем сейчас сразу. А не, ну там что-то за 30 рублей какая-то пушка выпала. Ну, какая-то... Ну, алоха. Ну, не гроза. Уже приятно, да? Еще и за 60 рублей. Ничего себе. Ничего себе. Что это за алоха такая за 60 рублей? Неужели не просто поношенная там, не просто закаленная в боях? Еще одна алоха, это за 29. А чё, чё? А сейчас за сколько, если там в два раза дешевле, сейчас сколько? За 14 рублей мне алоха выпадет, да? А, нет, здесь Кертисейра выпала. Да ладно, ё-моё. Я думал, сегодня очередной скучный ролик по сливу бабла. А ты мне с первого кейса вот так выдал? Ну, спасибо. От души, дружище, спасибо тебе. Ладно, что, давай. Это мы оставим, чтобы можно было потом... Вот, короче, что мне выпало. Вот это вот херня, вот это и вот эта херня. Так, это я продал уже? Нет, интересно. Нет, я еще не продал. А, вот это же дороже 10 рублей, я это захуярю. В этот, в тот... Ну, короче, туда, куда я обычно там их захуяриваю. Вот. Сами, в общем, там решите, куда. Сегодня, короче, будем открывать по 10, потому что... Не, хотя мне в комментарии написали, говорит, открой, открой, типа, сорви куш топ, сорви куш тащит. Открывай сорви куш. Я не знаю, у кого он топ, у кого он тащит, что он тащит, зачем он тащит, в какой последовательности он тащит. Меня сорвикуш только огорчает. Ни разу кейс сорвикуш меня еще не порадовал. Ни разу. От слова вообще. Поэтому сорян, сорвикуш в пролете. Сорвикуш в пролете. Ну вот, выпади еще мне. А, ну это снова с фрикейса кому-то там сыпануло. Кому-то с фрикейса сыпануло. Так, что есть? Что-то есть, да? Тактика такая же. Все, что дороже 10 рублей, мы оставляем для апгрейдов. Все, что дороже 40 рублей, оставляем для контрактов, которые мы будем делать в финале. А сколько я закинул? Я закинул полторушку. А сколько я, блядь, бабла-то выделил на этот сайт, интересно? Сколько я собираюсь тут бабла? Сколько я тут собираюсь бабла? Короче, по 250 рублей 2 дня. Блять, я посчитать не могу. 250, 500, 500, 500. На 6 дней, 6 дней. Стой день, да? В субботу. Ну, а в субботу я буду, в принципе, еще, значит, крутить. А в воскресенье мы уже тогда будем... В воскресенье будем что-нибудь мутить. Вот, ребят, я напоминаю, что у меня есть промокод, да, который вы видите под... Под камерой там далее. Вот, короче, под моим телом. Промокод юзайте. Промокод счастливый. Несмотря на то, что он всего 30%, да. То есть выбивайте топовые пушки. И. Блять, там за 13 рублей пушка была. И окупайтесь. И окупайтесь, конечно же, окупайтесь, да. С меня примеров не берите, блять. Это хуйня у меня какая-то тут идет. Хуйня за хуйней. Вот. Вы окупаетесь. Всем, кто пополнил, короче, респект и уважуха, огромное спасибо. Огромнейшее спасибо. То есть, напоминаю, что я делаю. Я пытаюсь раздуплиться. Раздуплиться на... Ну ты, падла, вот ты конь. А, там понятно, блядь. Нет, тем не менее, на 54 рублей насыпало мне. Я-то увидел первые там вот эти, что синьки летят. Такой думаю, неужели, аллилуйя. Вот. Открываем. Ну вот, уже финал близок. Не, ну сегодня, по крайней мере, выпала Кертисейра, да, с фрикейса. То есть, сегодня я, по крайней мере, хотя бы
Окупчанский, а тут Залупчанский. Давай мы быстренько откроем разок. Может, это как-то влияет на результаты? Ну, что-то. Вот. Не особо, да, влияет. Ну, может, может и влияет. Никак. Нет, никак. Надо же как-то просто раздуплить. Надо просто как-то раздуплить изидроп. Ну и чтобы сильно бабла-то там не просрать. Чтобы сильно не просрать бабла. Так, на. Ну, чё, серость, да, серо, а там, значит, что, гроза, а чё грозы-то так под в цене выросли, что блядь, случилось-то там, что за осадки такие, чё за грозы-то такие дорогие, а это кто ебашит одни градиенты, это чё, блядь, ты по сколько открываешь, сразу по куче, что за херня, и два, давай. Сколько там ролик пишем? 6 минут, нормально. Надеюсь, не уснете. Потому что от очередного скучного ролика в моем исполнении так не хватает апгрейды. Давай смотреть, что у нас есть. Ух ты, какой заебатый нож. Добро пожаловать в джунгли, столько стоит. Нихера себе, блядь. А я надеялся, что на мне выпадет. А ну нахуй ты. Еще в какой сказке она тебе выпадет, ептать. Очнись, проснись. Проснитесь, Витя, вы обкакались, да? Ну давай с Глока попробуем. Все по старинке, все по стандарту ловим. А он не ловится. А он не ловится. А он не ловится. Ловись. Ловись, Глок большой и маленький. Ловись, нет, это. Я уже там по шелчкам слышу, что он не это. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, блядь. Он слышу по шелчкам, что не хочет он заходить. Я сильно не наглею, я ловлю Глок. Подожди, а может вам валентность попробовать? Тоже не долетает. Может валентность попробовать? Валю. Может мы попробуем Валю, слушай. Может с Валей? Валя более удачливая будет. О, тут еще такой есть у меня скин. Чутка не долетела, чутка совсем, да? Чутка не долетает. Так, Валя, иди сюда. Валя, Валенька, Валюха. Ну-ка давай нам... Чё ты сегодня, блядь, вообще меня, что ли, типа, дал картисейру и все, да? И отъебись, а типа, от меня, да? Хуй в рот тебе, понял? Шепервуд давай. Сучка ты крашеная. Ну ты и тварь. Не, меня Не, конечно, картисейра меня порадовала. Порадовала. Приятно вообще, когда с фрикейса что-то выпадает. Что-то выпадает. О, банан. Банан очень хорошо разыгрывается. Банан. Хорошо разыгрывается, да? Та-та-там. Это что такое? Это граффити? А нет, зачем мне граффити? Вот, давай Галилю. Галюху. Галюха. Firefight какой-то. Ох ты ж. Как ты меня сейчас... Как ты меня сейчас... Не, ну сегодня, в принципе, окуп, поэтому... Окуп такой, да? Ну, окуп не окуп, но тем не менее. А тут, подожди, что это 9,2? Что, блядь, это 9,2? А, ну тут разница 30 копеек-то, понятно, что тут. Понятно, хуй тут. На что ты рассчитываешь, да? Так, 14, 14, 18. Ну, вот эти вот мы за... еще раз, два, три, четыре, еще 5 попыток. А, и вот эту, и ворону мы тоже. Я ворона. И ворону мы тоже попробуем. Вот еще Галя, да? Давай. И ворону мы тоже попробуем. Так. Я понимаю. Ты говоришь... О, я вчера же Мортиса, по-моему, да, ебанул? Ну, вчера не сегодня. Поэтому... Закатай губу обратно, да? Я, блядь, не хочу этот Скар, они такие, это... Практически Волк, Вастер... О, давай! Сирекс. Сирекс. Почти как Тирекс, как динозавр крутой. Ну, хуй-то там. Хер-то там.
Хер-то там. Давай тебя, неглубокая могила. Закопай, да? Закопай, закатай там. Не, нихуя. Я все буду пробовать на 10%. Что это за звуки такие? Вот это что? Это типа знак, что сейчас типа что-то будет, да? Капитана не будем. Хамелеон это будет укоцанный, умоцанный, неприкоцанный. Механопушка. Ну давай вот мех. Механопуху. Механическую пушку давай. Ой, тут СГХ. Ой, как ты вяло что-то начал, прям это. Ой-ой-ой, пиздец, короче. Ну все, это еще ластовый остался. Вот этот скин. Это пока что единственный скин для контракта, который у меня есть. Вот это будет на вывод. Я сейчас ничего не буду выводить, я все выведу в конце недели. Все выведу в конце недели и посмотрим, как что будет. Кракен. Ну, а почему бы и нет? Давай. Давай, Кракена, и я пошел. Нет, не даст он Кракена. Не даст он Кракена. Все. Окей. Ну, вот такая вот хуйня. Че, Кортисейру. Выиграли Кортисейру, да? Не, можно было, конечно, сейчас Кортисейру попробовать на 50%, да? То есть там хуйня-муйня там. Ну, нет. Но нет. Но нет. Ну, в принципе, вот такая вот очередное скучное видяха. Ну, блять, опять за 10 минут перевалил в рот тебе компот. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Пользуйтесь моим промокодом, скидывайте свои. И всем до новых встреч. Пока-пока.